сегодняшний праздник называется «Праздник примирения и согласия». Россия дала пример всем здравомыслящим политикам мира в том, что мы должны быть едины в своих позитивных деяниях на нашей маленькой планете Земля. Недавно мы все пережили еще один конфликт, теперь в Южной Осетии. Но конфликт не между людьми и соседствующими братскими народами, а непоправимую политическую ошибку, за которую расплатилось все мирное население. Пусть самой горячей точкой на нашей планете Земля будут наши сердца, бьющиеся в такт друг другу, а не материнские горячие слезы. Пусть самыми горячими будут объятия встреч, как сегодня в нашем зале среди друзей разных национальностей, в центре России, в Государственном Кремлевском дворце. А память не заставит повторить ошибок отцов. А на нашей сцене с песней «Делей Яман» неповторимая Зара! Yaman.
Роберт Серкисон. Спасибо. У меня большая честь быть на этом концерте. Я очень рада, что традиции возрождаются, и этот день, День Единства, так красиво, так празднично празднуется. И хочу пожелать мира всем народам. Еще красивую песню о любви хочу для вас исполнить. Неповторимая, неотразимая, бесподобная Зара. Ваши аплодисменты.
Дорогие друзья, сейчас у вас есть несколько минут, чтобы отдохнуть от меня, поскольку у нас антракт. 16 сентября на легендарной арене Лужники 100 тысяч соотечественников отметят 20-летие независимости Армении. Грандиозное мероприятие с участием видных деятелей политики и культуры. В концерте примут участие Александр Серов, Валерий Меладзе, Нуне Есаян, Любэ, Арташ Асатрян, Дзах Харут, Анди, Авраам Руссо, Шиван Гаспарян, Шушан Петросян, Андре и многие другие, а также специальные гости Алабина, Сиси Кетч, Бонни М, Ингрид. Вас ждет лазерное шоу, незабываемый вечер, а в конце праздничный салют и розыгрыш 5 автомобилей. Генеральный спонсор Ташир Групп. Регионам предоставляется 50% скидка.